объявить всем присутствующим благодарность за то, что в эту холодную погоду в рабочий день нашли возможность прийти и проводить нашу меру «Последний путь». Большое вам всем спасибо. Я желаю, чтобы виновники сегодняшнего дня были свидетелями ваших радостных дней, бар-мицва, юбилеи, дни рождения, посещали вас и благодарили, что вы были и есть и будете. Каждый человек в этом мире приходит с надеждой. Это надежда, которую вы себе записали, чтобы она сбылась. Счастья, здоровья всем присутствующим. Сегодня мне хотелось бы сказать несколько слов пожеланий, чтобы Израиль жил, процветал, и то, что сейчас происходит там, это убийство арабов израильскими паспортами, прекратилось. Чтобы Бог помог нам в этом тяжелом для Израиля время. Большое всем спасибо. Мир заслужила того, чтобы о ней помнили, чтобы о ней говорили. Она была достойна в этой жизни, сделала все, что Бог предначертал. Дети, внуки, правнуки, никто из них не хулиган, не бандит, не наркоман. Слава Богу, все идет по Торе. Большое всем вам спасибо. Спасибо.